защита интересов личности, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств – главная задача внутренних войск МВД России. В нашей стране до начала 19 века не было специальных вооруженных формирований для охраны и обеспечения безопасности населения. Время службы выдалось у нас как раз на Первую Чеченскую войну. Вот. Служил, как сказал, уже во внутренних войсках, и у нас подготовка была очень там сложная. Видимо, готовили нас к этой войне. За весь период моей службы в Чечне, например, сколько там, 9 месяцев, и у меня ни один солдат не погиб. Знаете, что я скажу по поводу откосить от армии там, и бояться армии? Я, например, в школе, будучи учеником, по шее получал больше, чем в армии. Понимаете? Но мы-то от школы не косим. Армия – это хорошая школа. Мирные жители могут спать спокойно, потому что в таком обмундировании любой солдат готов к обороне сразу. А сейчас мы узнаем, что на мне все-таки надето и что я держу в руках, и в этом нам поможет Ольга. Ольга, расскажите, пожалуйста, что сейчас на мне надето? На вас одета кепи цвета цифра, которые сейчас носят все вооруженные силы. Надета форма 2014 года, жилет под названием «Скала» под 8 магазинов АК. Вы держите в руках пневматический страйкбольный автомат АК-105 усовершенствованной модели. И вы обуты в обувь, в которой ходит сейчас наша армия, модель 68. Нынешняя атмосфера в армии не так сильно изменилась. Распорядок дня и режим работы солдат остался прежним. Солдаты, которые вернулись со службы только год назад, признаются, что армия оставляет весомый отпечаток на всю жизнь. Изначально я попал в первый учебный центр, это воинская часть 31-612. Вот. Учебка уставная, жесткий устав. Вот. В дальнейшем потом один раз пришлось разгружать вагоны. Сутки разгружали вагоны, как отвезли с утра и до самого утра. Сегодня внутренние войска – одна из важнейших частей охраны системы российского государства. Своим самоотверженным трудом они обеспечивают безопасность нашего Отечества, стоят на страже правопорядка, защищая права и свободу граждан.